Добрый день, друзья! С вами «Голос Новороссии», программа «На самом деле». Мы стараемся держать в курсе о том, что происходит на самом деле сейчас на Донбассе. С нами по скайпу из Донецка Дмитрий Кох, руководитель аналитического центра партии «Новороссия». Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Пожалуйста, поделитесь со зрителями, которые понимают русскую речь во всем мире, что же на самом деле сейчас происходит, какие планы, какие проблемы, какие вопросы, то, что можно говорить в эфире, то, что можно слышать зрителям, невзирая на их гражданство, национальность и так далее. Пожалуйста. Ну, я могу сказать одно, люди действительно напуганы. Война никому еще удовольствия не доставляла, тем более в таком виде, которое она сейчас происходит. Сейчас ходит миссия ОБСЕ по городам, уже своими глазами видит, как у нас происходит, что у нас происходит, фиксирует это. Вряд ли они тоже получают удовольствие, по-видимому. Войска украинских националистов прорываются, производят бешеные такие попытки прорыва. Скорее всего, это уже последние атаки, в которые бросается все. Уже многих фактов, что людей просто-напросто кидает на бойню, даже без обучения, набранных с военкоматов, с разных, даже их собственные средства массовой информации уже не могут это скрывать. Ну, человек, конечно, несут в войне компроматов для, скажем так, политического убийства того или иного своего конкурента, но эта информация используется, дело в том, что она реальна. Это действительно людей собирают, даже не оповещают, что они находятся в зоне АТО, в результате они сейчас лежат на полях, потому что перестрелки идут бешеные. Наша армия, в отличие от их армии, людей обучают. Перед тем, как куда-то кинуть, людям хотя бы объясняют основы боя. И под напушечное мясо там никто не идет. Все успехи нашей армии были сопряжены именно с тем, что наши командиры, они, во-первых, не продажные, во-вторых, они своих корыстных целей не используют, довольствие на карман никто не ложит и налево не пускает. Все успехи и все поражение украинской армии, то, что она фактически продажна. Это тот же самый генералитет, который был всегда, который в течение 20 лет учился воровать, но ничего другого, кроме как воровать, он не умеет. Так же, как и политики, так же, как и их вся элита. Можно это охарактеризовать одним словом. Когда какой-нибудь политик их выходит на телевидение и заявляет: «Я честный человек, вот все остальные воры, а вот я исключительно честный». Но можно сразу сказать, что нельзя влезть в выгребную яму и при этом не спасти. Если ты был в этой коррумпированной, насквозь коррумпированной системе, ты уже работал по этой системе, ты уже брал взятки и распределял доли. Если же ты не работал по каким-то причинам своим, не хотел, то недели через две тебя оттуда убирали. Потому что неудобный человек честный тем, что он не распределяет. Он не распределяет доходы, он не распределяет дань, он не позволяет существовать системе, которая есть. И фактически весь Майдан был затем для того, что взять неугодных олигархов и поставить угоды. Вообще, если рассмотреть в общем, что случилось на Украине, если в общем так рассмотреть, то в свое время предприниматели просто пришли, не то что пришли, побежали, в основном юго-восточные предприниматели, и объяснили, что подписание союза с европейскими странами, которое произошло, это фактически... Я могу назвать это как подпись заявления о смерти экономики Украины. Это свидетельство о смерти экономики Украины фактически. Потому что большая часть предприятий, которые связаны с россиянами, стала на Западе, они не нужны. Предприниматели объяснили, что вы нас просто разорили. Далее последовал Евромайдан. Был включен механизм Евромайдана. Аналитики со стороны Запада грамотно рассчитали, что у России все средства были вложены в Олимпиаду, которая прошла незадолго до этого. То есть фактически в экономике России очень маленький резерв.
и не будет никакого Крыма, не будет ничего, никакого захвата, Россия просто промолчит. Но Владимир опять, чем он и славится, это своей непредсказуемостью. Произошли события в Крыму. Россия зашла в Крым. Крым стал российским. Это было непредсказуемо не для всех. Все аналитики, даже я когда анализировал положение дел, наверняка такие же отчеты, какие я давали. В казне России нет денег, он не решится. Но он, дело в том, что президент России, он обладает несколько иными качествами по отношению, чем другие президенты. Исходя из этого, он произвел нестандартное решение. Если вы могли наблюдать на последующие события, когда было объявление, откуда взять деньги на поддержку Крыма, он жестко объяснил, берите где хотите, но людей не бросайте. Потом последовал скандал с пенсионами, насколько вы помните, в Российской Федерации, когда на Крым были взяты деньги из бюджета с пенсионного фонда. Была такая схема реализована. Далее последовало жесткое указание со стороны США. Украина, можно даже сказать, что напрямую чуть ли не был приказ за газ России не платить. Вся экономика российского бюджета строится в основном продажа нефти, газа, ресурсов, металла. Если какую-то часть доходов убрать, с этой дырки смотрят за соцпрограммы, зарплату нечем платить людям. Проще говоря, получается экономический удар. Далее последовали референдумы. Это они были в очень неудачное время. Если бы люди чуть-чуть подождали, буквально чуть-чуть, если бы хотя бы 3 месяца подождали бы, как Украина сама бы себя уничтожила. Фактически вся экономика Украины была бы уничтожена. Но люди, они не могли уже ждать, люди боялись, люди вышли на улицу во всех городах, от Одессы до Донецка, вышли на улицу и высказали свое волеизъявление. В некоторых местах удалось задавить, допустим, Одесса, Харьков жестко подавили, где-то жестоко, но подавили. Наши украинские бизнес-элита, это фактически те же бандиты 90-х, которые оказались на вершине власти благодаря, не потому что они чем-то великим обладают, или хорошие экономисты, или хорошие политики. Это люди, которые оказались наглее, хитрее всех остальных, которые убивали наверняка. Пусть оказались, потому что доказывать некому. Но в результате это фактически бандиты, которые оказались у власти. Почему с ними общается Запад? Это тоже очень легко объясняется. Потому что все ресурсы качаются на Запад. Запад не просто так поднялся, не просто так у них пособие по безработице $500. От кого-то должно было уйти, чтобы у них там было хорошо. Наши дешевые ресурсы все шли туда абсолютно. Как они оформлялись по документам, это уже другой вопрос для других исследований. Но фактически, когда предоставляет кредит, скажем, Запад любой страны, почему они это делают, кредитуют нестабильной экономики с бандитским режимом. Это очень просто объясняется. Заранее варивается с режимом, что деньги потом снова вернутся назад. А при 5 миллиардов, 1 миллиард вы тратите, 4 миллиарда разными схемами на ваших же счетах, которые на ваших, будут опять же в нашем банке. То есть мы вам дали деньги, вы назад вернули, но при этом долг еще остался. И за счет этого долга вы распродают все свое имущество, даете преференции нашим компаниям, продаете землю, дешевую рабочую силу и прочее, прочее, прочее. То есть фактически они дали деньги, они сразу же назад их взяли. А процент за вот все это действие, которое иначе как ограбление нельзя назвать, откладывается отдельно на счетах определенных политиков. Фактически так это было нормально, это хорошо, пока не вступил в игру эту человек под именем Владимир и по фамилии Путин. Очень неудобный для всех был. Сначала не считали как сильного игрока. Он делал все на наращивание мощи. Позже, когда он понял, что мощь достаточно оказалась хорошей, он нанес свой удар. Ответный удар. Удар, который
остановил все это безобразие в России. В России начали повышаться зарплаты, повышаться пенсии, начала жизнь людей нормализовываться. Многие даже стали приезжать на заработки с Украины в Россию, чего раньше не было. Обычно раньше бежали на Запад на заработки. Сейчас уже западно. В свое время я был на стройках и видел, что очень много именно западных частей, как раз тех частей, которые сейчас кричат «Долой России!». Но фактически Россия дала им свою возможность зарабатывать. Конечно, это не массовый был исход, но факт в том, что это было. И то, что там было много других рабочих, других стран. Но Россия сейчас сильный игрок, а Украина сейчас используется как газовый поток, это всем известно, Новороссия. Если новороссийский газовый поток отойдет к Москве, фактически, под контролем Москвы отдалится, то Украина все, это смерть. Это полная смерть, она ничем не шантажировать не может. Это смерть не только Украины, но и некоторых людей, некоторых банков, которые обслуживают украинское направление по газу. Ну, уже не секрет, что газовые месторождения по Славянскому будут разрабатываться. Наверняка уже все поделились, уже определились, кто что сколько будет иметь. И вот эти события, они сейчас фактически не прижмут. С той ситуации, которая сложилась, сейчас война не нужна никому. Но как ее остановить, не знаю. Националисты хотят продолжения войны. Они хотят продолжения, потому что за что мы умирали? Простой вопрос. Они фактически скинут правящий режим, если война не продолжится. Если война продолжится, это опять же проблема. Это нагрузка в экономике, это деньги на войну надо искать, это куча смертей, еще куча озлобленности, еще много других неприятных факторов. И вот получается, что война никому не нужна, но как ее остановить тоже? Самостоятельно Украина остановить войну просто не может, президентом. Спасибо, спасибо, Дмитрий, за интересный комментарий. Мы, в принципе, даже не рассчитывали получить развернутую такую вот политэкономическую версию. Я много сейчас получаю именно оперативных сводок информации с мест и уже, честно говоря, даже отвык от таких глубоких разговоров, поэтому уж простите меня, даже и дополнительные вопросы-то задавать мне не с руки. Вы, в принципе, все развернуто, понятно объяснили, рассказали, как минимум, почему Донбасс не хочет оставаться частью вот этой коррумпированно-криминально-бандитской Украины, которая разлагается на глазах. И заключительный один только вопрос по поводу того, правда ли, что сообщают, что Украинская национальная гвардия начала обстрел территории вот этих 35 квадратных километров, где сбор, поиск идет фрагментов Боинга и тел? Да, были попытки обстрела. К сожалению, вы понимаете, что информация засекречена. Очень много желающих, чтобы этот груз не дошел. Потому что наверняка уже, как вы понимаете, у нас комплексов двух нет. То есть сбив был непосредственно с украинской территории, с территории украинской национальной. И если черные ящики пропадут или другие свидетельства так подписаны, это будет очень хорошо для них. Потому что если международные эксперты доберутся до черных ящиков, если не будет никакой подтасовки, если комиссия произведет все правильно, действительно, справедливо, непредвзято, то украинская сторона окажется в очень нехорошей ситуации. Ситуация, при которой она открыла боевые действия, она уже виновата в том, что направила самолет не по тому маршруту, это уже их вина. То есть фактически степень вины у них есть, только какая степень вины? То, что отправили в боевые действия, либо же степень вины, что полностью отправили и расстреляли. Понятно. Спасибо большое. Понимаю, что никаких военных тайн вы даже под пыткой не выдадите. Но, тем не менее, огромное спасибо за участие в эфире. Всего вам самого доброго. Привет Донбассу, привет Донецку. До свидания. Очень приятно.
С нами по скайпу из Донецка был Дмитрий Кох, руководитель аналитического центра партии «Новороссия». Ну, вот такой вот подробный анализ ситуации на взгляд Дмитрия. А мы будем следить за оперативной обстановкой, и как только у нас появится новая информация, мы с этой информацией с вами будем делиться. До свидания, скоро увидимся.